чуть-чуть поговорим, попробуем опять в очередной раз. У меня очень трудно, я хочу в этом плане с вами, конечно, поделиться. У меня, конечно, очень трудно сейчас, получается, находить какие-то, ну, скажем так, проактивно, чтобы сами коллеги приходили и предлагали кейсы. Дело в том, что вот именно по теме персонала, как-то вот сколько мы не разговариваем, но как-то вот явных кейсов не проявляется. Меня это немножко смущает. Я крайне благодарна как раз коллегам из Красного Яра, что... может, Марин? Марин, давай, вот как раз место есть свободное. Сейчас присоединись немножко на тему персонала вместе. Тогда вы так замечательно мне помогли в части вот такой истории. Будет правильно и к вам задать там парочку вопросов. Ну, буквально один и тот же вопрос на самом деле. Вот. Просто какой момент? Это самая всех больная тема сейчас, потому что, в принципе, вот на моем слайде начальном, сегодняшнем, да, данный бизнес – это люди. Да, в принципе, любой бизнес сейчас – это люди, да. И даже если мы говорим, что у нас очень много технологий, но технологии тоже создают люди, и соблюдая технологии люди. И учитывая, что операционный бизнес, особенно в готовой еды, это, ну, краеугольный камень, да, ну, то есть очень важно, чтобы процессы правильно соблюдались. И вот как сейчас... Какими методами разные компании делают так, чтобы персонал в заданных рамках KPI, которые у вас есть, выполнял нужные вам задачи, не уходил, оставался дольше, и особенно в ситуациях, когда много операционной работы. Я сейчас сразу попрошу поделиться Екатериной. Катя, давайте с вас начнем. Вы как самые сейчас прокачанные, сегодня об этом в том числе вы рассказывали. Вот все-таки... Очень разные люди, очень разные задачи. Вы сейчас сильно меняли структуру. Таким образом, приходилось с каждым человеком договариваться. Я понимаю, как это непросто. Объяснить им верхнеуровневые задачи, а вам их нельзя, вам надо декомпозицию сделать до и, соответственно, дать уже выводы. Как вы сейчас строите взаимоотношения все-таки на уровне мотивации персонала? Поделитесь какими-то вот историями, которые вы уже прошли и к чему вы дальше идете. Ну, мы, наверное, в большей степени такие, скажем, если брать службу HR, да, мы такие помощники, мы даем людям правильные и нужные инструменты, которые помогают им в работе, да. Если мы говорим о том, что основным методом обучения, ну, помимо там обязательного обучения онлайн, там HASP и так далее, да, там прохождение там стандартов качества, мы проводим, основным методом является все-таки работа с наставником, да, на производстве в течение какого-то там времени, это очень важно, то мы, наша система наставничества, она не носит там монетарный характер, да, то есть мы наставникам не платим деньги. Я знаю, что существуют разные подходы, да, там где-то в рознице немножко другой подход, на производство у нас свой. Мы этих людей развиваем, мы их учим, да, мы даем им инструмент, как им быть, как правильно осуществлять эту функцию, да, как бы для чего она нужна, это миссия и так далее. А вообще, мне кажется, что мотивация, она в первую очередь, ну, как бы она, понятно, что мы там платим людям деньги за работу, да, люди работают за деньги, это все понятно. Но мотивация должна быть внутренняя, и здесь это культура осознанности, да, которая очень классно, на самом деле, появилась у нас, она пришла с Запада, да, самый такой основной носитель, это все-таки компания McDonald's, да, которая задала такой тренд, когда каждый человек четко знает и понимает, зачем он здесь находится, да, как бы, что он не просто там, не знаю, пришел там гамбургер сложить, да, а у него есть четкая миссия, да, как бы принести там, ну, приготовить готовую еду. И мы такую культуру сейчас внедряем у нас на производство для того, чтобы каждый человек, он осознавал, он понимал, что он здесь не просто там какой-то Петя, который пришел на работу, работу, работать, да, а он несет некую миссию, он помогает, не знаю, людям освободить свое время для того, чтобы провести его с родными и близкими, да, он производит классный, там, качественный продукт. Вот. Вот, наверное, это основное. Отдельно сразу отмечу, что пока вы рассказывали свой кейс, а перед этим показывали видео, мне в кулуарах уже подсказали, что уже работают над тем, чтобы подобные видео были у них в командах, потому что это очень мотивирует и в этом видят важность. Кстати, опять же, я здесь опять там, не знаю, в какой раз я буду говорить слово проявленность. Это на самом деле вот через такие вещи, в том числе, это же совместная деятельность все равно. Это будете придумывать вместе, радоваться, что это снято, потом получать вот это, ух ты, это же о нас, это про нас. Кстати, я надеюсь, что для вас это тоже, вот, вот те, тот видеопроект, который мы сейчас вот, ну, с нашей там позиции и как бы
за как, то, что мы запустили вот эту экспедицию. Я надеюсь, что для вашей команды тоже ну, некий вклад, ну, наш вклад в ваши команды с точки зрения того, что мы вас показали, и вы еще себя немножко со стороны увидели. Я надеюсь, что для вас это тоже ну, некая такая командообразовательная история случилась. Но мне так казалось, по крайней мере. Но дайте, на самом деле, обратку. Для меня будет очень приятно, если вы как-то поделитесь, какое отношение было к тому, что увидели там стеснение, или наоборот порадовались, или еще как-то. По-разному прилетала информация, но вот если еще как-то сформулируете, для меня это будет здорово. Вот, продолжаем. Марин, ну, в школе вы действительно так активно. Вот у вас сегодня, когда Ирина рассказывала, одна из таких вот действительно краеугольных задач, именно работа с персоналом, который в том числе, ну, скажем так, разным персоналом, да, в связи со сложностями. Все-таки вот как в такой разнообразной среде, вот многонациональной, очень с разными языками, там, например, да, все-таки найти вот тот баланс работы, позволяющий все-таки донести ваши задачи, и при этом мы понимаем, что люди зарабатывают не очень высокие деньги, а все-таки вот соблюсти вот эти все и стандартные и прочее. Но вот как вот в этом балансе получается работать, ну вот буквально там пару идей или подсказок, как бы вы сказали? Давайте я расскажу с кейсом, который мы буквально недавно запустили. У нас, как я вчера рассказывала, была основная идея то, что покупатель утром покупает в каждой точке свое, где-то мелкая штучка, где-то хлеб. И важно дать покупателю именно то, что мы там придумали вот наверху, проанализировали, и нужно было это как-то запустить ну, непосредственно в реализацию. С чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что у нас была система мотивации у линейного персонала – товарооборот. И, соответственно, пекарь мог на месте принять решение, то есть ему проще, допустим, замесить тесто для хлеба и произвести большее количество хлеба. При этом товарооборот был выполнен как задача, но конечного покупательского вот этого удовлетворения потребностей в виде представления мелкоштучки в нужное время не получили. Мы столкнулись с тем, что увидели, что в точках, да, товарооборот, он достигает своих показателей, зарплату пекарь получает, но покупатель у нас опять недоволен. Вот, что мы решили с этим сделать? Мы буквально недавно запустили такое тестирование, как отслеживание уровня сервиса и внедрение это в KPI-показатели, для того, чтобы проверить, насколько там у нас изменится от этого то, что будет уже даваться непосредственно покупателю. Мы буквально моментально увидели там, в течение месяцев 2-3, вот, когда проводили этот эксперимент, что у нас товарооборот вырос на 10%. Это говорит о том, что покупатель стал находить нужный продукт в нужное время, то, как идея изначально там, была, допустим, и в головах там, возникнута. Соответственно, изменение системы мотивации линейного персонала, она в том числе помогла добиться той цели, которую изначально мы там, хотели, в принципе-то, и запустить. И вот такие точечные моменты уже, когда ты их отрабатываешь, ты понимаешь, что, допустим, если не устраивает качество, то можно там, сделать мотивацию в виде того, чтобы ну, там, каждый день должен быть вкусный хлеб. Соответственно, ноль претензий от конечного покупателя – это наша цель. То есть пекарь должен дать нужный хлеб в нужное время с хорошим качеством. Тогда, когда ты внедряешь это все в систему мотивации, ты тут же получаешь вот эти там, результаты. Это вот кейс буквально вот прям сейчас недавно. Спасибо большое. Ну, я знала, кого приглашать. Замечательно. Лариса, я, наверное, здесь кейс со своего начну. Если кто-то знал, кто-то не знал, кто-то что-то... Когда фейсбучик был более активно у меня. Соответственно, у нас была история, когда я приехала в Омск, и в день, накануне дня отъезда я зашла в один из спаров, где мне нужно было купить... Короче, мне что-то нужно было купить конкретное. Короче, муж любит. Мясное что-то. И не могла... Сейчас не вспомню, как называется. Короче, нужно... А? Рульку. Да. Рульку, точно. Я эту рульку не могла найти, вот, чтобы она была целиком. Она была только нарезанная. Это уже был вечер. И, соответственно, потом следующий момент, я заметила чесночные булочки, которые безумно вкусно пахли. И я поняла, что я без них не должна уехать. Но как я полечу в самолете с чесночными булочками, да, в ручной кладе? Вот это, конечно, отдельный вызов. Соответственно, задача была попросить кого-то, чтобы мне вот упаковали именно ну, так, чтобы все-таки не пахло. И вот
очень вовлеченной. Вот ей явно было не все равно, это вечер, подчеркиваю, вечер. Она была крайне вовлеченная, и вот коллега ваша помогла мне сначала упаковать, а дальше, ну, а дальше я вышла там с огромным чеком, потому что рульку нашла, потому что она была уже, ну, какой смысл оставлять целую рульку вот сейчас, вечером, да, они оставляли на утро уже. Короче, из-под полы мне достали рульку, добавили еще семги, еще чего-то, сказали, вот это надо обязательно. Вот в данном случае я столкнулась с конкретным примером того, что человеку не все равно, чем он занимается на своей работе. Вот, Лариса, как воспитывать таких людей? Как таких людей находить? Как вы справляетесь с такой задачей? Ой, ну вы знаете... Она в итоге еще оказалась вот именно администратором, который отвечает за готовую еду. Вот что в таком духе, да? Да. Ну, к сожалению, я думаю, такие люди есть у всех, но их настолько мало. К сожалению, у нас их тоже не очень много. Чуть-чуть их поближе, пожалуйста, микрофон. Их уже пора занести, наверное, в красную книгу «Омск-СПАР», потому что это уже единичные такие варианты. Мы пытались привлекать подобных сотрудников для обучения наших молодых специалистов. Подходы использовали разные, но как-то сильно мы не получили результата того, какого бы хотели. Тяжело, когда стали переходить на спары, когда приходится ставить поваров на участке открытой готовой еды, где нужно общаться с покупателем. Вот это вот прямо хороший сотрудник, который работает на кухне, прямо в ступор встает, когда ему задают какой-нибудь вопрос. А команда улыбаться постоянно, так прямо зубная боль у большинства персонала. И поэтому мы пытаемся, когда мы открывали первый спар, мы собрали лучшую команду. И на этой базе пытаемся учить специалистов для других. Получается где-то процентов, наверное, 30, чтобы мы хотели. Ну, пытаемся расставить персонал так, что один улыбается, один нет, один улыбается, один нет. Ну, чтобы общая картина была приятная. Проходит обучение в офисе, приглашают. Департамент управления персоналом у нас сильно старается. И так обучаем, и так обучаем. Но стоит им спуститься к нам, как у всех, я думаю, в дело, никто ничего не учился. Работают директора, мы работаем, пытаемся как-то эту тему переломить. У нас всего 7 спаров, надеюсь, у нас их будет гораздо больше, как наша основная сеть. Но, думаю, научим как-нибудь. То есть он меня везет, я чувствую, да? На самом деле, мне как-то удивительно везет, в основном, я надеюсь, что это не просто везение, а все-таки умение еще с людьми, может быть, говорить немножко иначе. Я понимаю, что я сама в этом плане проактивна, я это приотлично понимаю, и, в принципе, откликаются люди по-другому, но надо понимать, что всякие люди приходят, особенно последние 3 года, мы все как психологи в этих магазинах, потому что любое касание человека может возникнуть, вот прямо из искры возгорается пламя, почему вы и должны, и все прочее, да, мы понимаем. Это, я уверена, что многие с этим сталкивались. Мария, в вашем случае немножко другая картина, да, и картина в каком плане? Ну, мы больше про производство, и вам меньше... Но у вас история с курьерами, тут тоже такой интересный момент. Может быть, подсветите, какие особенности у вас есть сейчас управление персонала, то, что вы как онлайн-игрок, у вас немножко другие задачи, но не меньшие сложности. Так люди все те же самые, ну какая разница, где вы вообще работаете. Слушайте, если спросить лично меня, да, во что я верю, я не сильно верю в какую-то типа супермиссию вообще, что она должна быть у людей, потому что люди все супер разные. Вот, и правда не думаю, что можно там, например, по команде улыбаться или быть в хорошем настроении, но очень сильно верю во внутренний сервис. В сервис вообще. То есть в самом общем смысле внутренний сервис, когда вы для своих работников, становитесь, вы всего лишь часть их жизни. Но вы тоже все наверняка вообще работаете в найме, да? Работает всего лишь часть вашей жизни. И не всегда хочется, чтобы она там как-то была главенствующей, да? Есть дети там, ипотеки. Ну, короче, вот это вот вся происходит взрослая жизнь. Вот, и когда компания, часть этой жизни и такая понятная, нормальная, разговаривает с вами на партнерских вообще отношениях и делает так, чтобы вы, чувствовали себя хорошо, то в ней хочется работать. Вот, мы этим, собственно говоря, занимаемся. Я там на любой, да, в должности в любой компании, собственно говоря, этим занималась, тем, что строила такой внутренний сервис, когда бы люди, где им дозволено быть разными.
И как бы и мы выстраиваем все время с персоналом партнерские отношения и придумываем, конечно, для них очень много разного. Там, для курьера, в частности, постоянно там целые департаменты работают над тем, чтобы у них была удобная форма и удобные сумки там, и так далее. На производстве аналогично абсолютно, да, для того, чтобы отдельный повар выделенный, который готовит там разнообразный став, а не просто там все время что-то одно и то же. То есть вот через эти штуки мы работаем с персоналом больше и получаем отдачу тоже больше, когда мы такая как бы понятная опора в их жизни. Ну вот. Спасибо большое. А сейчас мы уже всю такую историю, которую вот надо. Вот расскажите, пожалуйста, Клавдия, поделитесь, а с какими сейчас запросами к вам приходят на тему того, чтобы, ну, скажем, автоматизировать и найти какие-то инструменты, которые помогают, да, вот чуть-чуть облегчить жизнь и таким образом освободить под нужные, более важные действия коллег. Коротко, чуть-чуть. Угу. Наталья, на самом деле, вы когда подводили итог моего доклада, действительно, неоднократно мы замечаем, что при автоматизации учета, вот до автоматизации еще очень-очень много того, что не про автоматизацию. И про людей точно так же. И если раньше приходили к нам в автоматизацию и говорили, если что, мы директивно топнем ногой, и производство будет работать, то сейчас это не так, и это на самом деле радует. И уже очень много кейсов, когда приходит собственник и говорит, смотри, у меня просто уникальные технологии, я не могу их убедить перейти на другую систему. Сделай чудо, сделай так, чтобы они заинтересованы были, я понимаю, что это нужно, и мы работаем, мы смотрим их боли, и были у нас был кейс, когда я подхожу к собственнику, говорю, слушай, мы не сделаем, тут вот это вот то, что ты хочешь, вот это полный цикл, вот прямо сейчас ты не сделаешь, у тебя люди будут в сопротивлении. Давай дадим им то, что лимитно-заборные карты, как они привыкли с этим работать, вот эту боль покроем, и когда они это прочувствуют, мы дальше пойдем. Через год после этого ко мне звонили технологи, говорят, Клавдия, мы хотим дальше. То есть не руководители проекта, а технологи, которым дали телефон. Я, говорит, прочувствовал, хочу дальше. И вот это сейчас работает. И второй момент, к которым приходят компании, говорят, помоги создать, помоги вырасти проектную команду внутри у нас. И те, кто партнеры, не боятся передавать технологии, потому что, например, моя команда, она внедренцы. Мы сопровождаем, но в целом у нас горят глаза от внедрения. Мы внедряем, мы тот десант, который спускаемся, стараемся делать все красиво, хорошо, и мы кайфуем от этого. Мы чахнем, если мы дальше рутинно много лет этим занимаемся. И мы готовы передавать технологию. И очень многие, когда клиенты узнают, говорят, а что, так можно было? Можно, не забывайте, спрашивайте. И когда ко мне приходит вот одна компания, она пришла, сказала, там директор сказал, создай, помоги мне создать команду. И я хочу вам сказать, у них доработанная система, но мы очень аккуратненько делали. Они встроены были в нашу команду, наш техлид передавал знания, и ребята уже год работают самостоятельно без нас, и обновляются, говорят спасибо, пишут отзывы. Все. Спасибо большое. Мы точно находимся в ситуации. И знаете, я не состоявшийся историк, не состоявшийся менеджер по персоналу. В итоге вот как-то так занесло меня в итоге в retail.ru, и вот столько лет этим занимаемся. Но я точно понимаю, что от вертикальной интеграции, когда вот все сверху там истории у нас спускались, вот надо делать так, ну вот сейчас это подсветило, да, мы очень активно переходим в горизонтальные связи, которые вот надо вот быть где-то на мягких лапках, да, походить. И на самом деле очень быстро вот это перетекает бренд-компании, ну и когда мы хотим или не хотим идти в магазин, ну в смысле вот в какие-то команды. И очень важно действительно продолжать создавать то, ради чего ли будет приходить в магазин, вот конкретно в эти офисы, оставлять свои там 8, 10, 12 часов в сутки на работе. И я очень пожелаю, чтобы находились новые методы. А что касается вот как раз того разговора, который в том числе вы сейчас с Ларисой подняли, люди разные, это факт. И даже вот работая на выставках, у нас есть люди, которые умеют цеплять, быстро разговаривать с ними. А есть технические специалисты, которые конкретно отрабатывают запрос. И, конечно, нам, как руководителям, постоянно приходится находить тех звездочек, которые умеют улыбаться. Но, возможно, они не знают даже
близко все технологии, но, боже мой, они свои задачи решают. И очень важно не упускать, не мешать им то, что они умеют делать. Спасибо большое.